Не так вот, дура, а вот, нет, вот так. Упереться, да. Да, вот так вот. Проще будет. Часть провода выключилась. Да. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Он потребляет. Не, в принципе, ничего здесь не нравится. Он потребляет. Ну, 300 хайпера. Представь. Я могу подключить. Ну, так, вот, держи. Вот, спокойно сейчас, держи. Вот, значит, забирай еще. Старайся. Прикольно. Что, готовы? Дань, Владянович, допрыгали? Нет, еще. Ну а что еще? Давай с этой еще какую-нибудь штуку придумаем. Конструкция, что еще? Какие трюк? Ну этот. Короче, вы делаете этот, крокодильчика. Так. Данил сразу бегал щучкой. Вну, в это колесо запрыгивает. Потом кого-то. Какой там китайский цирк? Мы тогда сейчас сделаем. Ты словил, наверное, мой. Ну тогда надо не прыгать, а там надо залезть и подняться, как будто бы прыжок сделаем. И на фотке или на видео у нас получится реально, что как будто ты летишь. Надо залезть вовнутрь и как будто бы ты летишь. Лечь на край, залезай, Данил, не переживай. Да, да, ложись, ложись на край. И как будто ты летишь, руки вперед сделай. Да, знаешь, как можно еще? Дань, как будто ты прыгаешь. Не, ну только ты на нас смотри, чтобы мы видели, как будто твою. Да, 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 во-во-во, как будто ты летишь. Так, хорошо, один есть трюк. Что еще может быть? Крокодильчик, что еще там может быть? Шпагат. Передний вис, ну, блин, может быть, но... В принципе, если ты схватишься пальцами вот так, то, в принципе, передний вис можешь сделать, да. Сможешь схватиться, удержаться? Ну, давай попробуем. Там у нас такая, не знаю... А прикинь, держится. То есть тебе надо залезть туда, да, и вот так вот схватиться, да. Не, ну это круто будет. Это так же круто будет, как передний вис делать, например, на камере. Она перевинет, перевисит. Она, Дим, подержи, пожалуйста, ее. Вот за край, ну куда ее? Так вот возьмись. Смотри. Это лучше вот так вот. Не-не-не. Вот за край здесь будешь надежнее. Да, вот так вот сейчас ты прямо. Ну, сейчас, слабо, сейчас погоди. Нет, а я вот здесь буду. Да не, у меня даже руки не хватает. Где? Руки хватает. Ну-ка. Держишь? Да. А я крокодильчика слегка. Ну похоже, в принципе, да. Под таким углом будет похоже. Ну-ка попробуй. Знаешь, как я? Я лег спиной сюда, руками взялся здесь. Вот тоже покачай, да, передний вис. Попробуй, Дима. Давай попробуй. Как либо наша власть, она так поднялась. А я просто перетягиваю здесь. Давай. Ложись, руки засовывай. Считай, получается, упор только на спине будет. А зачем? Зачем? Ты можешь прям туда дальше, двигайся дальше, дальше. Прям упор только на спине сделай, только на спине. Руки засовывай вовнутрь. Вот, так, такая же тема. Туда спускайся спокойно, туда спустись подальше. Туда дальше спустись. Вот, вот, вот здесь спиной, вот здесь. Вот этой частью вот здесь. Вот, держись руками, не поднимай ноги, да. Вот сейчас я натяжение делаю, давай. Во-во-во, все здесь. Вот мне кажется, лучше вот так вот. Держишься. Стоп. Давай. А вот там быстро, может быть, получилось. Так, парни, теперь давай быстро растяжка, минута. То есть тянетесь после ног и попробуем силовые. Крокодильчика же, Данил, Владян, умеете? Да. На этом попробуем? На чем? На покрышке. Можно. Данил, покажи друг, давай. Если будешь падать, сразу соскакивай, или бы уравновешивайся. Ну, вот можно так, а можно так. Смотри, что, молодец, молодец, молодец. Блин, я знаю, что надо сделать. Сейчас. Он держится здесь, а другой прислонится спиной вот так. Сейчас пока слезь, пожалуйста. Да. Перелезай, да, надо ее будет придержать. То есть упереться так и попробовать, да. С упором, но этот флажок получается. Сейчас придумаем что-нибудь.
А? Давай, ладно, пока, парни, тянь шпагат, пожалуйста, снимите. А, Данил, Владян. Дань, тебе, Липат, тебе там лестница, поехали. Нет, знаешь что, давай, ручки пожалей. Сделай лесенку, отжимание на стойках. Первые 10 глубоченных отжиманий, потом делаешь 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Лады. Руки пожалей, чтобы пока ну, не забивались. А? Отжимания. Отжиманиями давай, да. Пожалей руки отжиманиями. Во! 10 раз так делаешь, молодец. Спинку прямо, ноги прям напрячь, живот напрячь. Парни, вы разговариваете и тяните, пожалуйста. Десяточку, да, молодец, потом вышел, красавчик. Че, когда свадьба? Да я просто так предложил, мы можем во двор приехать, во дворе покрутить. Но она ничего не удивилась. Не надо такое, не надо, может, спросишь там. По желанию, братан, по желанию. Как-нибудь набери в интернете СКК вместе выступление. И видишь, как мы там пляшем, всякие штуки делаем. Так, 10 раз сделал, теперь 9 раз делаешь. Мне мама таймлапс смотрела, где мы бегали, а вы. Да. А потом через много лет там дети твои, может быть, посмотрят. Представляешь, как интересно. Ты скажешь, о, батя, это ты что ли? Это ты там бегаешь, прыгаешь, сальто крутишь. Широким, узким, всяким хватиком, да. Сейчас, парни, у вас минутка прям прокачаться. Осталось, ну, осталось, давайте, минуту и на этот... Силовая часть и уже тренировка все полноценная, чтобы пошла. Сколько раз? 9 отжался? Нет. Хорошо. Раз не буду 9. Молодец. Ну, если ты приплюсуешь все, да. 10 плюс 9 плюс 8 плюс 7. Просто надо их делать сейчас разнообразие, четенько, красиво делать. Так, ты что, Диман, начинай выстилать маты, да? Если хочешь. Парни, оттуда, пожалуйста, или что, сейчас Дмитрию Юрьевичу помогите маты выстелить. И потом силовую часть, и уже все. Я не знаю, на высоком, наверное, будет. Ты где будешь? На высоком? На высоком? Ну тогда, значит, только под высокий. Потому что на маленьком градусе. Не, маленьком хорошо элементики пооттачивать, разные джимбаровские. Да, джимбары, повисеть разные. Тем более маленький пригодится, чтобы не мешать никому. И сразу прям к стене тоже помогаешь, надо вставать. Стенку туда. Сначала к стене, а потом, соответственно, здесь поролон и всякое такое. Да. Получается? Ну, да, ты можешь потренироваться, упереться лбом в пол и подержать ноги. Обламывайте себя в упрощении, упрощай действия. То есть ты уперся, лбом упрись, ножки поднимись и так подержи, а потом ты ровненько встань. У нас сразу идеально не получится. Навряд ли. Ну, не вот. Уверен, что сразу не получится, а идеально, то вообще это еще навряд ли. Оно даже кто умеет, у него может быть, он сейчас умеет, а в другой день не сможет. Даже такое бывает, представляешь? Потому что на соревнованиях бывает за пару. А до этого там 3 секунды, а на соревнованиях 5 секунд и все. Бывает, люди волнуются и не получается. Или просто, ну как я сегодня говорю, просто не хочется. Такое бывает, что-то заболело. Надо уметь терпеть, воля, прокачать воля. Вот изобретут когда-нибудь какой-нибудь этот прибор, который измеряет волю. Прибор такой, прикинь, воли столько-то. Качнуть волю надо то-то сделать. А вы скажете, ой, а я знаю, я в детстве это делал, такое упражнение. Хотя могут быть в будущем и скажут пилюлю для воли, давай.
Ну, есть такие лекарства, да, которые повышают очень серьезно организм, его ресурсы просто, он выкачивается. 6, молодец, давай, быстренько. Да. Парни, вы если разговариваете это, пойдемте отжиматься. Ладно, вижу, Диману вы помогаете, молодцы. Давайте лесенку отжимания. Стойки возьмите, пожалуйста. Брусья, вот эти стоечки возьмите. Давайте отжимания. Лесенка 10, 9, 8, 7, 6, чтобы руки. Не, вот стоечки, Данил, есть. Вот уже есть. А вот такие есть. Ты можешь вот у Даньки взять, пока он отдыхает. Не, ты можешь оттуда, в принципе, достать, но мне кажется, вам вполне хватит на всю кучу. Ты можешь взять у него, он все равно отдыхает. 10, 9, 8, 7, также лесенка с 10, только, пожалуйста, ручки постарайтесь взять пошире и грудью до пола. Давайте пробуем. Ты можешь на этих попробовать, да? Вы можете ноги поставить на покрышку. Накачайтесь, накачайтесь. Знаешь, как здоровый будешь, ты в проем заходить не будешь, Данил. Сиськами просто, сначала будут виды сиськи, потом ты. Через минуту. Ага, пошел Данила. Давай, прям. Сисяндры, да. Шире, 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 прям, шире, конечно. Только друг от друга подальше, я вам советую, чтобы не боднули друг друга. Все, поехали. И так можем. Ты пока простой учи. Пока простой учи. Данька, грудью до пола. Да. Да. Вот, во. И даже уровень вашего наклона, линия, где вы будете соприкасаться с полом, будет играть значение. Верхняя часть груди, средняя или нижняя. Если вы соприкасаетесь руки на уровне груди, вот здесь 90 градусов, у вас будет средняя часть. Если вы будете отжиматься вот так, или, например, вот так, верхняя часть будет качаться, соответственно, укрепляться. Если вы будете больше сюда и больше ручкой поуже, то будет нижняя часть, все легко и просто. Не обязательно железка. Железка, погоди, все успеешь, вы вот так вот сделаете. Ну и вам это 100% лучше поможет, например, потом красивые акробатические. Пробуйте 10 раз таких, 9 раз таких, 8 раз таких. Вы думаете, горку впадинку мы делаем? Это тоже обалденное упражнение и на грудь, и на спину. Все? Все сделал? Тебе же 2 осталось вроде бы. И третий, да, сделал? Да. Один. Ну, типа сделал 2, и потом сразу, ну, вот это. А потом сделал. Понял, все, хорошо, ладно, молодец. Ну, так объясню. Все. Да. Стапик, да, стоечки. Ложи, молодец, у стеночки положил, красавчик. Теперь можешь, но мне кажется, Дань, это высокий для тебя турник будет. У нас сегодня просто 2 Данила, вот это нормально? Да. Точно? Я что-то ну, молодец. А то, если что, вот Дмитрий, помоги Дмитрию Юрьевичу на всякий под маленький расстелить, на всякий случай, помоги ему расстелить. Я тоже на маленьком, все, не хочу. Да на маленьком классно, со скоки, кунг-вадик получить, пососкакивать, еще что-нибудь. Да, у него хороший плюс то, что он не шатается. Но он покрепче сделан, да, он, вернее, нет, он сделан так же, просто у него длина балки вот этой, столба, она меньше, она не дает, и она еще везде закреплена. Владян, Данил, как учеба? В школе что там? В школе вы учитесь? Я не учусь. Сейчас не учишься? Я каникулы. Блин, ну повезло тебе, да? А долго каникулы у тебя? На этой неделе и все. Не повезло. Не, почему? Все равно классно, что каникулы. Ну а вообще, как закончил ты учебу? Пятерки? Да.
ну, на полгода, да, прошло у тебя учеба? Да. Нормалек, все усвоил? Да. Все понял, что происходит? Молодец. Че, Владянович, у тебя как полгода прошло учебных? Что? Пятерки? Тройбаны есть? Четыре. Молодец. Троек нет, да? Молодец. Мне еще повезло, попались преподаватели хорошие. Они, ну, не по профильным предметам мозги нам не делали. Просто всем автомат поставили. А, ну это фартануло, да. Ну, готовься ко второму. Ты, у тебя 6 лет обучения будет? Или 5? 7. 7? Готовься. Готовься, братан. Это будет весело. Воля, вот тебе реально воля нужна будет. Там, чтобы с ума не сойти от этих всех движух. Чтобы не стать... Нет, с ума не сойдешь там. Чем дальше, тем веселее. Вот, я про это и говорю. С ума можно сойти. Особенно это касательно врачам и докторам. Им свойственно лечить. Очень лечить. Доктор будущий дойдет. Да. Это хорошее направление. Это четко, я ему упрашиваю. Работа всегда будет, к сожалению. Я говорю, Данилка, давай как-нибудь становись лекарем, вот спортсменов там, вот таких людей. Всегда будешь востребованный. Особенно, если повезет попасть в какие-нибудь, не знаю, олимпийские сборные или какие-нибудь офигевшие вот такие вот организации. Что, мягко, все хорошо? Да. Так, Данила, 80... который липат, 8 связок по 8 элементов. Лады, ты могешь, я знаю. Пожалуйста, сначала простые, простые, потом крутые делай. Подъем переворотом, Данил Липат, подъем переворотом, не забывай, уголки не забывай. Одну связку и 8 элементов? Да. Ну давай еще 7, значит, тебе осталось. Нет, подъем переворотом. А, подъем переворотом? Молодец. Вот соединяй простенькие, делай простенькие какие-нибудь пока для разогревчика. Так, Дань, ты скажи, пожалуйста, у тебя что там, матушка, абонемент, не абонемент, что придумала? Я понял, а сейчас что у тебя как тренировка? Одноразовая? Ну пойдем. Я так всегда переживаю. Потому что мог бы эти полтиннички сэкономить матушке какую-нибудь там шоколад купить. Но я верю, что все исправится. Владянович, у тебя последняя тренировка осталась, помнишь? Сегодня? Да. Потому что 23-го числа вы приходили с Данилом? 23-го у тебя было 2. У Данилы 10 было, 23-го. Ну и что, пойдем посмотрим сейчас. Ладно, я понял. Не-не, подойдешь, потом посмотришь, ладно? Хорошо, ладно. Просто чтобы это, самого этот, картина нарисовалась. Сейчас все проверим. Я по факту говорил, записано. Вы же часто ходите? Поэтому пока найдешь эту. Ну раз в неделю, молодцы, хоть раз в неделю ходите. Пока, уже. Уже красавчики. Дмитрий Юрьевич тоже раз в неделю ходит. Пятницу я приду. Я в прошлый раз, я, кстати, в прошлый 10-50. Молодец, в 2 раза больше. А, кстати, у меня тоже, посчитайте как-нибудь, у меня масштаб уже тоже. У тебя 3 на сегодняшний момент. То есть, получается, у тебя 3, осталось 2. У Данилы 9, ага. Сейчас осталось 8. Окей. У Владяновича 1, ну, сейчас узнаем, осталось, не осталось. У Даньки вот так. Ждем матушкин согласие, да? Ну а по поводу выступления я не прикалываюсь. Ты прям скажи, мам, если что, мы можем в Адор приехать, плясануть. Надо просто ваше одобрение. Денег не надо, не переживай. Типа, это подарок. Такой как бы подарок. Ты снимать готовишься? Ну давай, настрой. Если что, попроси кого-нибудь из взрослых, они помогут тебе. А ты знаешь, где ты можешь поставить этот... Да, да, на, у стены, у стены. Если у меня будет снимать, то будет хорошо. Ты хочешь прямо онлайн-конференцию, эту трансляцию сделать? Ну давай, дерзай. Миллиард подписчиков, да? Или миллион? Ну, можно миллиончик для начала. Ты же не жадный, да, сойдет миллиончик. Так, парни, отжались лесенку, сделали? Я почти, мне еще 2 и 1. Красавчики. Все, давайте в темпе делаем и поехали по желанию. Посмотрим свободное время. То есть все вы крепите, делаете. Как гирьки, мирьки, там матрасики, кусочки. А я сейчас попридумываю, что.
А ты на каком канале будешь онлайн трансляцию вести? ВКонтакте? Тогда ВКонтакте, наверное, сделает трансляцию. А ты вот спроси у Данилы, у Влада, по-любому подскажет. Я ни разу не сделал. Создал? Давай. Знаешь что, в нашем будущем звери положи себе панель, ладно? Вот эти звери надо себе поселить на безопасность. А, получается, ты настраиваешь, вот ты в зеркало смотришь, как у себя будет профигурировать. Вот так вот. Ну, видишь, как он, хай-тек, все дела, да, все старое, забытое, новое. Ну что, пробуем, смотрим. Загрузилось. Загрузилось? Ну все, поехали. Мать, бери себе. Шоколадка Аленка? Да, фирменный магазин Аленка видел. Нормально, мне нравится шоколадка молочная. Не знаю, давно я, правда, не это так вот не расценил другие вкусы. Раньше был прикольный. Особенно раз большая плитка, если попадалась скидка за 90 рублей, если вообще четко, прям не можно с кофейком как хряпнуть. А где открылся? На проспекте, да, давно уже. Там что-то сладостное, а где что там продается? Только шоколад? Наверное, я не заходил, а просто вырезка, фирменный магазин Аленка и Красный Октябрь. В Москве, ну, недалеко от площади, что-то мы ездили на выступление, я там заходил, не что-то, а на этот международный конкурс ездили, танцевали. Это свой магазин пиратный мармелад. Он тоже есть там. Мармелады всякие, там, короче, заходишь, можно попробовать. Ну, что прикольно, я говорю, попробуй там. Я говорю, что-то необычное, какие-нибудь интересные вкусы. Говорит, вкус на сухе, в смысле. Ну, вот, говорит, есть такой прикол, там, вкус сопли, там, знаешь, когда бичок молодой стал, ну, я прикалываюсь сначала, типа, я не место там, а там реально, говорят, там, есть вот, я вот так, а это кто-то жует, представляете? А так прикольно, всякие тянучки, тягучки, мармеладки, забавные. И там этот пират, я его встретил, как узнал, в магазин. Он такой стоял, как там рекламировал. Это попа пират. Он говорит, надо раз. И потом погуляли, мы ходили, все там выступали. И куда возвращался еще. Принес всякие пулечек набрал. Да. Царапли тоже есть? Он? Да, есть. Еще раз, объясню. Сладкий замок. Как? Сладкий замок. Сладкий замок? Ну, то же самое, как ты делал, только в стиле замка. Но они раздают там тоже, попробовать или нет? Или наши замки? Ну, рамки взять не можно, но как много, не знаю. Чем много, по поездкам что хватит. Просто они мне сами давали, я, наверное, последний уже закрывались, и мне скучно было поехать. Реально кулек надали всяких. Я говорю, такую пожевал, ну, непонятно. Они мне пусть проходили. То есть мы приехали на выступление, и на Волхонке жили в гостинице, и прям возле Кремля. И проход этот получается, и прям вот этот пират стоял. И ребятки провели все, и обратно возвращались такой этот, как компашка. Я зашел в этот магаз. И вот они, может быть, просто угостили. Но с носками не пробуйте. Не надо. Нет, на стоп все намешали. Там химоза редкостная. Вы че? Сам не, с носками лучше не пробовать. А еще лучше сделать самому карамель и мармелад дома. Знаете, рецепт. Легкая дня вообще. Да. Я один раз ложки карамель порезал, шишку заляпал. Ну карамель чуть-чуть и мармелад как по-другому. Там мармелад, кажется, еще крахмал, не крахмал. Сейчас желатин. Желатин, да. У меня сахар, ложки, запечелки. Я сейчас тоже. А потом мазок на фильме. Ой, сковородки. В кастрюле огурец жарил? Да, когда маленький был. Он водой не брызганул, там этот маслом. Че, поехали, пробуем, парни? Ну, он невкусный был. Но я все равно чтобы подать. Аккуратно. Надо выдержать, да, секунд 15-10, 20, может быть. Выпрямляйся, контроль, тихо, контроль. Малек, да, вот именно интересно, она шатается, вот эта интересная да. Штукенция. А вот так, если встать, она шататься будет, скорее всего, да. Туда можно занырнуть. Давай, Владян. Ты прям прыгай на нее. Ну, опасно прыгать. Это с ростом тебе удобнее было да. Залезть. Давай, я руками упирался не наверх. Первый раз наверх, а потом я упирался больше в сторону. Мы человека в эфире.
Серьезно? Передавай привет, да. Ты с высокого будешь снимать? Все, давай. Держи, выпрямись. Ладно, сейчас пока передохните. Что можно еще сделать? Вот выровняй, да, она вот почему-то... Знаете почему? Мне кажется, потому что вот этот прогиб где-то здесь вот не дает из-за резины разрушена, вот как раз разорванная, да. Либо на моё. Да не, ну как ни крути, она везде такая. Ну как бы так интереснее, да. Так, что, пробуешь? Ты уже однокурсников поразил своей феноменальной гибкостью и стойкостью. На партах, на мизинцах, на ручках. Держал же? Нет. На душках очков так раз поставил, хоп, и в этот крокодильчик вышел. Ну, там будет смотреться, кстати, да. Только надо очки титановые такие, чтобы реально выдержать. Но было бы круто. Либо... Не люблю металлические очки. Ну, от мороза холодно еще. Я вообще сам очки не ношу, но надо носить иногда. Иногда, вернее, ношу, но стараюсь не носить. Ну, я раньше носил металлические, потом попробовал пластик, и вообще другое ощущение. И легче, и прочее. Нос не так давит, и холодные они на выставке. Металл. Переваливали? Да. Переделал с этой стороны, где она скоро переваливает? Да, да. Так, все, сейчас я иду. Телефон тебе зарядку дать? Да нет. Моя батарейка просто очень слабая уже, старый телефон. Прямо тело? Да. Ну нет, еще надо в сторону головы перевернуть. Надо больше на тренировку. Опа! Шаха! Смотри, как интересно, да? Но зато ощущение было полета. Попробуй, ощущение прям бью где-то на секунду. Попробуй, она под контролем будет. Так. Куда надо было перевалиться? Туда? Да, туда. Вот она и поволокла меня. Потому что ноги надо было раздвинуть в сторону. Тихо, да. Тихо. Аж покраснел. Попробуй. Нормально. Если потянет тебя. О, все ровно. Или нет? Сейчас наклонена она. Ну, в принципе, давай. Равнее. Сейчас, секунду. Ой. Вот так ровно. Аккуратно, Данил. Поднимай. Тихо. Владян, подержи, пожалуйста, ее покрышку. Она прям именно прогибается, так вот вниз кружит. Давай. Испытание такое, да? Дима, попробуешь? Очень она это. О, смотри как. Вообще, как будто вот на голове у него стоит эта покрышечка за Владяном, не видно. Не, вот так. Ну-ка, сейчас, Владь, встань, пожалуйста, спиной вот так. Встань спиной вот так. Нет, просто встань спиной. Да, так. Данил, залезай на это. Залезь еще раз, сделай. Сейчас, секунду. А держать ее кто будет? Погоди, он спиной, ты можешь ее придержать? Во. Сейчас, секунду. Стой, секунду. Сейчас вы посмотрите, в чем прикол. Сейчас говорить не буду, но поймете. Пузик напрягается. Пузик и Сисяндр, куда деваться? Давай! Выдержи только. Сейчас. Выпрямись, Данил, выпрямись. Этот, стой! Блин, давай еще раз. Темпе. Вдохнул, выдохнул, давай. Сейчас. Понял, да, в чем прикол? Да. Как будто ты у него на плече, Данил, стоишь. Выпрямляйся. На нас посмотри. Ай-яй-яй, еще раз. Блин, ладно, смотрите. Что получилось, я пальцем перебираю. Как будто у него на плече. Вот здесь, смотри, если ты выпрямился, как будто прямо на плече у него стоишь. Очень интересно. Такой, да? Приколюха. Что, Владян, попробуешь? Подержи ему, да. И мы сейчас, наверное, мы сейчас такую фотку забомбим. Подписчики, может. Сергей Геннадьевич, а может, я не знаю,
Давай, вот идею. Так вот смотрите к спине. Так. А, да, за спиной можно взяться. И... Да. Данил, смотри, как он предлагает. Я не знаю, вот, у меня может сил не хватит, может. Удержаться? Типа вот так держаться, а ноги сейчас он берет. Тебе надо, чтобы с этой стороны тоже кто-то был. Данил, ты сможешь с этой стороны? Или заметь, смотрите, как спиной. Вот так взяться. И надо с той стороны вставай, Диман. Сейчас ноги поднимем. Да. Давай. Раз. Два, три. Ага, нет. Сядь на краешек этого. Сядь на краешек. Да. Сел? Да. Ноги в уголок поднимай. Вот есть первая композиция, да? Теперь кто-то залезет сюда. Например, лицом туда крокодильчик будет. Сейчас, погоди. Лори стоят так. Ну да, по наклону, сейчас, погоди. Ну фотографии думаю. И одного надо кого-нибудь сюда посадить. А кто фотографии думает? Можно бы на штангу? Сейчас, погоди, да, пацаны, можно бы на штангу? Отпустите. Я с Дмитрием Юрьевичем садимся здесь. А Данька встает крокодиль. Высокий, нет. Который малой. А что, погоди. Нет, тогда, значит, надо Данила, ты с Диманом встаешь сюда, садишься. Сядьте, пожалуйста. Но у меня уголок вообще кричал. Сейчас, погодите.